Для того, чтобы объекты этого класса корректно освобождали свои данные и присваивались, потребуется определить деструктор, оператор присваивания и метод swap. В деструкторе мы будем удалять динамический массив, на который ссылается поле data. При реализации оператора присваивания мы будем использовать вызов метода swap, как обсуждали на предыдущем сегменте, и это позволит реализовать данный оператор всего в 3 строчки. И при реализации метода swap мы будем использовать библиотечную функцию swap из стандартной библиотеки алгоритма.